Получатели дальневосточного гектара назвали наиболее востребованные меры господдержки. Таковыми были названы меры, связанные с обеспечением коммуникации на земельном участке, освоением новых земель, а также созданием условий для ведения бизнеса и строительством жилья. Граждане отметили важность помощи государства в ведении бизнеса на Дальнем Востоке. Так, более 53% участников опроса положительно оценили доступность мер государственной поддержки, 83% – процедуру регистрации юридических лиц, и свыше 70% респондентов позитивно оценивают прозрачность и обоснованность требований проверяющих органов. Однако около 47% принявших участие в опросе граждан заинтересованы в повышении доступности финансовых ресурсов за счет снижения процентных ставок.